Итак, друзья мои, сегодня приехал я в Бергамак, показывал кино маленьким детям и пришел к Александру Николаевичу Грязнову. Хотел у него спросить такой вопрос, задать вопрос по вашим комментариям. Александр Николаевич, вы работали в колхозе когда-то и знакомы с тракторами маленькой серии Т-16, Т-25. Что скажете про эти трактора? Какие плюсы и минусы? Скажем так, знаком неким образом. Когда приходил, работал же и видел, да, и как работают. Сейчас, допустим, имеют уже Т-25. Чем сравнивать. Да. У вас старого образца. Да, с Т-16, скажем так, поменьше, скажем, я так обращался. Все равно представление я об этом имею. Маленький трактор давали, этот Т-16, это обычно бригадирам, помощникам тракторной бригады. Для того, чтобы... На вспомогательных ролях. Да, доставлять какие-то вещи, запчасти, перевозить личный состав, так называемый, к месту работы. И какие там недостатки у этих тракторов? Вот. Ну, в принципе, трактора, они все нормальные. Для своего... Хозяйства, да. Для своего хозяйства. Нормальные трактора. Ну, скажем так, Т-16, просто народе шасик. Ну да. Он менее такой универсальный. За него плуг не зацепишь. Хотя некоторые умельцы, допустим, на покосе используют в полной мере. Ну а что там? Снимают кузов. Снимай кузов, одевай навеску. Навешивают сенокоску. Сенокоску навешивают. Другие какие-то. С граблями работают. Да. Там весь спектр-то. У него лонжероны, рамы так называемые, с дырками, монтажные. Шасси. Монтажные, да. И там можно вешать любое сельхозорудие. Вообще на трактор Т-25 там было же что-то около 160 орудий и агрегатов, которые планировалось. Да, на Т-16. Не, на семейство вот этих Владимирцев. Да. И на какие-то они подходили, на какие-то нет. Там и грейферные раньше ведь был, в колхозах были. Но обычно их не использовали. Они в основном... Как-то мне доводилось быть на Любинской птицефабрике. Их особенно много почему-то вот на птицефабриках, вот этих Т-16. Ну, наверное, доставка кормов или там чего-то еще. Да, наверное, там все это комбикорма, все это. Ну, вот смотри, у них была вот у Т-25 вот это изменяемые клиренс. Вверх-вниз там раздвигались колеса. А и Т-16 также? Ну, да, там бортовые были. За счет бортовых? Да. Вот в твоей памяти кто-нибудь изменял вот этот клиренс ниже, выше? Вот как они были с завода, так они и были. Никто их не откручивал, никто их не переставлял, ни на другую колею, ни на высоту посадки. Это может быть, он универсальный трактор там, на огородах, в тепличных хозяйствах, в садах. Да, на каких-то, таких работах. Там уже в зависимости от оборудования. Да, который на него навешивается. Меняется колея, высота посадки, все это. А у нас этим нет. Ну, единственное, я вот помню, что постоянно Т-25 на сенокосе. Что у нас в Бергамаке, что у вас в Окуне. Ну и еще раньше, когда я учился в школе, лен на них дергали. Переставляли руль. Ну да, когда заготавливали лен, тогда в каждом колхозе, в каждом хозяйстве было то, что надо заготавливать лен. Сначала же по разнарядке. Не было таких орудий, как сейчас. Да. Что само дергает, само снопы вяжет, ну, и само в волок укладывает или в телегу. Все это было в лучшем случае выдергает его. Да. А школьники придут, ученики, и свяжут его снопы, поставят чухи. Там что-то то ли 20 копеек, то ли сколько. 20 копеек. За сноп платили. И... Даже сейчас помню. Первый раз в 4 классе лен вязал, купил часы «Восток». Часы. Да. 16 рублей. Честно заработанные на льну. А я, к сожалению, на лен не попал, потому что у нас, я еще был маленький, когда лен выращивали, а потом что-то повзрослел, и почему-то лен перестали, или выращивать, нет, почему-то нас перестали вот на лен возить, мой возраст тогда. Ну, скажем так, не кривя душой, такая тенденция пошла в государстве. Ну, уже начали волны. Вот так вот пошло все.
Да, да, да. Ну, поэтому... а ты нас меня старше на 3 года. На 3 года ты еще застал это время. Да. Но картошку мы выращивали так же, как и все. Думаю, и тыкву выращивали, да. Все это подсобное школьное хозяйство. Сейчас, кстати, в школах этого нету почему-то. На удивление нету. Да. Так, ребятки, вот еще раз показываем конструкцию. Конструкция вот такой. Сюда вставляется шланг. Размеры будут даны в описании, в рисунке. Рисунок вот сейчас будет на видео перед вами. Так что смотрите, кому интересно, показывайте. Это срисовывайте, скопируйте рисунок. Вот такая эта головка. Головка для шатуна самодельная. Люди делают сами, варят, вытачивают. Ну тут нет шланга сейчас от кировца серединки, а так все. Делать это все никто не делает у нас на продажу. Это все делается только для себя. Потому что нет возможности делать это все на продажу. Нет станков в своем личном пользовании. Так что вот так вот. Коробки, рулевое управление. Че? Рулевая у шасика гидравлическая. Хотя были первого образца. Была механическая рулевая. А так коробки, ну, в принципе, мне кажется, шасик даже по скорости вот, ну, на 6 он идет быстрее, смотри, чем Т-25. Вот я заметил, что мы сейчас живем еще старым советским прошлым, потому что да. Тракторов Т-25 было выпущено, чем тракторов Т-16, гораздо больше. И все же, ну, когда стали колхозы валиться, хозяйство, стали все покупать, эти трактора, маленькие, большие все. Угу. И в любой деревне заезжаешь, обязательно тракторов Т-25 гораздо больше в процентном отношении, чем тракторов Т-16. Вот, как-то больше их получилось. Да, больше, так больше, же, как и тракторов МТЗ больше, гораздо больше, чем тракторов марки ЮМЗ. ЮМЗ как там, на каждую деревню, на каждое хозяйство там надо было по экскаватору. Там каждые там несколько лет экскаваторы эти, они списывались, приходили другие по разнарядке. Эту установку снимали в металлолом, а этот сам ЮМАЗик, он ездил тут на каких-то работах там работал. Да. А сейчас что, люди, что есть, какие деньги есть, то что дешевле покупают по карману и работают, что есть. Я так думаю. Так, так и есть. У вас же тоже был шасик в этой... Продали его, да. Или остался он в этой, в Бергамаке, в колхозе? Перепродали его. Я слышал, что какой-то купил, это приезжий в Лисино живет, с дурного он. Ну, что ему, ну там его докомплектовывать надо. Потому что, как говорят, у семенянин дитя без глаза. Ну да, да. Когда да. Все на нем на одном ездят, обязательно чего-то у него потом не хватает. Чего-то не хватает, да. Так. Ну, а так, в принципе, Т-16, он по проходимости, мне кажется, он больше, чем тянет на крюке, чем Т-25, хотя такого же тягового класса. Как-то мне раз довелось телегу с картошкой, 4-тонку. Так вот, имея во владении Т-25, со 100-процентной уверенностью говорю, что... Т-25 бы не вытянул ее. Ну, у Т-25 там нагрузка, двигатель сзади у шасика. Спереди у Т-25, а у Т-16 сзади, и он более... Хотя двигатели у них одинаковые. Одинаковые, да. А ну, нагрузка все равно, развесовка на осях, да. Гораздо интереснее, вот тянет лучше. Тянет он этого, он потяговитей. Ну, опять же, видишь, у него... Ну, а если нагрузи полный кузовок у Т-16 под самую тарадайку, как говорится... Тонна грузоподъемности. Ну, он тоже будет, как корова на льду. Будет. А так он это, тяговитей. Ну, а вот ты почему купил Т-25, а не Т-16 в свое время? Скажем так, от колхоза достался. От колхоза достался. Да, это... Раньше льнозавод такой был. Да. Поехали там, это, были знакомые, купили двигатель, бортовые валы, он раскомплектованный был. Ну. И вот собрали, слепили. Ну, было к чему лепить. Ну. Если бы был Т-16, лепили Т-16. Да. Короче, что попало на момент покупки. Да. Было за что зацепиться. То и купили. Да. Понятно. Если так говорить, досталось, конечно, за сущие копейки все это, потому что... Все это было раскомплектовано, понимаешь? Ну, да.
разобрано. Все понятно. Но в будущем не собираетесь продавать пока? Ну, на данный момент нет, а потом увидим. Ну, понятно. Жизнь диктует свои правила, ну, да, свои приоритеты. Что важнее в данный момент? Может быть, добавят на горючее, на запчасти. Глядишь, мнение свое поменяем. Да, мнение свое. Или налог какой-нибудь придумается. Там на что-то там... За загрязнение окружающей среды. Да. Ну, на самом деле, сейчас солярка вся идет уже под евро. Евро-4. Евро-5. Евро-4, евро-5, да-да-да. Чище, чем этиловый спирт. Да. Ну, а что этиловый спирт? Он тоже... Раньше делали его из зерна, потом сейчас уже перешли, наверное, там на какие-то другие химические процессы, скорее всего. Но сейчас химия развита больше, чем... Да, всякие присадки, окислители, там все это намешано. В общем, как в том кино, чистейший спирт, чистого не бывает, максимум 96%. Да. Александр, а теперь расскажите, почему ваше мнение насчет маленьких китайских тракторов Русичи, потом как там, Кузьмичи разные, вот, Синьцзяни, Донфэнги, другая фигня. Как вы к этому относитесь? Ну, если для подсобного хозяйства, то ну, машина вот, может быть и неплохая. Сейчас. Ну, она вроде как сродни больше к мотоблоку. Маленькие трактора, да, Кузьмич, Донфэнги и все остальное. Конечно, за нее прицеп, за эту технику зацепишь, уже привезешь, не как в легковом автомобиле. Да, да. И для погрузки удобно. Да, и лучше, чем на мотоблоке уже. Но только что стоимость этих тракторов немножко завышенная. Лучше поднакопить денег, чуть-чуть добавь, и уже купишь уже там Белорус или Т-40, уже там что-то такого плана. Ну, это, наверное, больше для таких крупных поселков, как Петропавловка, допустим, вот Муромцево. Ну, там нет потребности в большом тракторе. Говорил мой приятель, ну, скажем так, он мне и в отцы годится, конечно. Он уже, скажем так, он так говорил. Детская игрушка. Ну, так, ну... Все это познают в сравнении, конечно, кто-то покупает сначала маленький трактор, не знаю, потом я, если так разэтывается. Сравнить, допустим, да, что-то вот дома, ну, на, Саш, на огороде, ты, мы основываемся на свой собственный опыт, да, потому что мы работали, мы воспитаны в Советской России, это, были, работали, собой, получили знания, которые нас Советская Россия воспитала в то время, и есть опыт общения, а молодежь сейчас, которая заканчивает школу или там что-то смотрит, или те люди городские переезжают из города в деревню на жилье, они же смотрят какие-то там передачи, какие-то рекламируемые там товары, а работать они на этих тракторах, на больших или вот на советской технике они не умеют, не знают, или как нам сейчас говорят, купи Тойоту, управляй мечтой. Да. А то, что она там будет ломаться, там что-то где-то, как обслуживать ее в нашей деревне или в нашем районе. Да не говори. Взять, каждый, допустим, раз... Жигулей, поехал в Муромцево, в любой автомагазин зашел, любую запчасть купишь. Да, да. А на эту Тойоту уже надо или контракт надо из города. Надо заказывать, да, да, да. И в городе может она не быть. Но все равно они сейчас уже более распространенные иномарки, так называемые. Ну, да, ну, машин много. Но все равно надо ездить, затратить время, затратить деньги для того, чтобы купить, в отличие от нашей советской старой техники, которая есть запчасти везде. Это, ну, что-то можно приколхозить, ну, с другой там что-то примострячить и все. Ну, скажем, как бы не клин да мох, плотник бы сдох. Да-да-да-да-да. Я-то думал, бергамак обрабатывает с поля, а тут тоже нифига нет. Тоже все заросло. Почти. Ты хочешь это все дело тоже в ролик монтировать? Да, Саша. Вот достопримечательность, церковь есть. А почему не садит, Саша, ничего, никто? А потому что нет потребности такой картошки, как раньше. Нерентабельно, ты хочешь сказать? А ты ее накопаешь, ну, какую-то часть скотине скормишь, а остальную куда девать будешь? Так, Александр,
Николаевич, а вот вы скажите, вот вы работаете сено в стогах, не было ли у вас такой мысли, продам я один трактор, куплю маленький пресс китайский и буду все одним и косить, и крутить, и это как там, согребать и все это, и все это меньше солярки пойдет, и все. Мысли были. Были. Но здравый смысл одерживает верх. Здравый смысл? Да. Поделитесь. Опять же, сено в стогу, и ты в стогах делаешь сено, и я делаю в стогах. Да. В лучшем случае, значит, под хорошую погоду без проблем. А если осень дождливая, да ненастная, ну 5-10 сантиметров испортится. А это с каждого рулона, с каждого тюка 15 сантиметров. Ну да, по толщине. Да. Откуда? Вот и будет, что с сеном и без сена. С сеном и без сена, да. Ну, а если такой маленький пресс, вот там, он, считай, будет, его надо тогда хранилище делать, везти куда-то на... Это само собой. Это снова затраты, да, на вес для того, чтобы хранить это все. Это, в стогах же это не так просто. Это просто вот толковые мужики вот это вот все делают. Обмозговали, посмотрели и стали складировать его в стогах, ну, для наших условий. Ну и опять же, смотри, я так думаю, вот у нас в нашей местности, там, где мы косим, у нас трава разнотравье. Там на одном поле может разная трава произрастать. И в стогу, в каждом стогу, в стоге ты знаешь, какой состав трав. Да. Здесь гужур, там мелкое, там хорошее сено, здесь да, под дождем полежало. И каждый раз после того, как корова отелится, я уже говорил про это в других роликах, ты знаешь... Этот сток я оставлю на весну, где сено получше. Сейчас сено похуже, там с гужурчиком или крупное сено. На осень. На осень они осенью все подряд едят. А в рулонах ты уже... Это как-то надо их метить, все рулоны, чтобы знать, где ты накрутил какое сено. Наверное, так. Или вот это. Ну, скажем так, может быть, если бы я в рулонах крутил бы, может быть, что-то я там и придумал. Мастрячил уже. Да, уже бы что-то думал. Потому что рачительный хозяин, он... Все равно как-то старается сено половчее нарастел. Да-да-да. С осени, да, когда они даже гвозди едят, похуже. Про это никто не говорит. Про это никто не говорит, эти владельцы тюкопрессов, которые говорят. Мы хорошие, у нас хорошее сено. А те, кто держит маленькие хозяйства, маленькие частники, там 1, 2, 3, стога, 5, 6, там, которые держат, они это знают. И те, кто вырос в деревне, это знают. Да. Ну, кто... Вырос, кто когда-то жил, и, ну, об этом почему-то молчат, не, может быть, тему это не поднимает. Но все говорят, купи пресс, будет пресс, и не надо. Или сколько там же на пресс, надо же... В смысле, ниток. Сама проблема с собой разойдется, рассосется? Неправда. Там потом новые заморочки. Конечно, эти же иглы надо, те же подшипники, те же цепи. А как хранить эти рулоны? Это снова бег по кругу. Мне кажется, что рулонами это хорошо... Кто немножечко, скажем так, приторговывает сеном. Приторговывает сено. Большое хозяйство. Да. Большое хозяйство. Есть выгода. Ну, не выгода, как сказать, там, не заморачивается. Купил зерна тех же концентратов для того, чтобы подкармливать. Если даешь подряд хорошее, плохое сено, даешь и все. Да, и тут же насыпаешь зерна, они у тебя идут и как бы компенсируешь этот недостаток плохим, плохого сена. Наверное, так. Да. Зерном, наверное, вот этим так, качеством зерна. Хлебом, так сказать, кормишь. Вот так вот. Полностью с тобой согласен. Ну, жизнь вот так вот диктует. Такие вот взгляды, а нам говорят, вот, купи. Александр, сколько денег у вас каждый год отнимает ваша техника? Трактора Т-25 и трактора МТЗ-50. Сколько вот семейного бюджета? Бабки не подбивал. Рентабельность есть в плюсе или в минусе? Вот это держание скота, содержание трактора своего, одного, второго. Какая рентабельность? Ну, конечно, рентабельность есть. Хотя так дебет с кребетом я не подбивал. Но просто ориентируюсь вот на сумму, которая мне, допустим, там остается вот там от мяса, от молока. От продукции. Ну и бывает и там... И самое главное, у тебя семья, да, дети есть, да, ты показываешь, как надо жить, да, в деревне. Потому что... Даешь навыки, которые в будущем детям пригодятся.
корова – это не только ценный мех, это еще и диетическое мясо. Как старики раньше говорили, когда косили сено руками, вот махнул литовкой корове на жавок, да, уже можно откоситься. Да, 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 да. Так и здесь. Круглую картошку запьешь не водой, а молоком. Уже плюс. Да. Корову держать, может быть, даже невыгодно, но держать ее все равно надо. Как в деревне без коровы. Ну, кушать-то все равно надо. Да. С магазина же не пойдешь каждый раз. Одна химия. Зарплату мы большую такую офигенную не получаем, чтобы ходить в магазин и покупать каждый раз. Я бы сказал, как говорил Евдоким, в денежных средствах широко стесненные. В денежных средствах широко стесненные. Точно говоришь. Хорошая фраза была, правда. Да. Держим корову, держим. Хотя, в принципе, не так уже и много держат. В нашей деревне всего 30 голов, 40 с молодняком. В Бергамаке 30 голов, 40 с молодняком, да. Но у нас тоже все меньше и меньше, потому что... И мы вот как-то тут посчитали. Молодежь в город уезжает, а приезжие люди, они редко держат. 6 человек всего в Бергамаке самостоятельно сено косит себе. 6 человек, кто сам заготавливает сено. Кто сам заготавливает сено. А так... В основном покупают в рулонах, да, или Чопозов. Он дает зарплату. Работает, да. Ну, или как там на заработанный рубль. Да, как ни печально, но в деревне скота все меньше и меньше. Ну да. Они улицы видел, как травой стали зарастать. То эти телята так ходили друг за другом, выкашивали все это лето. Да, 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 да. А сейчас? Ну, зато у нас высокая культура в деревнях стала. Высокая культура бы это полностью с тобой согласен. Да, мы, нафиг нам это говно, выйдешь, вляпаешься в эту мину, взорвешься. Угу. А это же мы о духовном говорим. Вот вляпаешься, я согласен, но вот это плохо. А вот когда весной... Навоз на огороды, перегной на огороды. Да, да, а откуда он возьмется, перегной, если коров-то не будет? Откуда где, он возьмется, где его? Да. Ну, с Китая будем завозить. С Китая будем завозить. Китайцы нас будут кормить. Думаю, тоже китайцы. Ну, что, какой смысл им? Они работают только на большие заказы, большие агрохолдинги, заключают договоры. Вот, ну, эти китайские компании. На прибыль, прибыль все сейчас работают. На выполнение какой-то работы. На долгосрочную перспективу. Да, 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 да. Сейчас разовым рублем никого, разовой прибыль никого не заманишь. Да. Всего.